живые существа и их цвета. Ребята, посмотрите, не правда ли, как красивы всевозможные цвета живых существ в природе. И как будто все они знают о своей красоте. Посмотрите, посмотрите, как они демонстрируют себя друг другу. Понятно, что они гордятся своими нарядами. Но подождите, эти цвета, откуда они появились? Как появилась у животных эта изумительная гармония цветов, которая по своей красоте сравнима с картинами искусных художников? Эти цвета не могут появиться случайно, как об этом говорят сторонники теории эволюции. Давайте подумаем над этим на одном примере и убедимся в том, что цвета и краски не смогут сделать что-то сами по себе. Возьмем немного красок. Посмотрите, они достаточно яркие и красивые. Теперь нужно что-то такое, чтобы эти краски собрались вместе и составили изысканную картину. Может быть, нам нужно немножко подождать? Впрочем, не стоит даже долго ждать. Уверен, что вы думаете точно так же. Эти краски действительно не могут случайно собраться и сделать такую картину. Совершенно понятно, что есть художник, который использовал эти краски, чтобы нарисовать такую картину. Ведь если вы где-то увидите какую-нибудь картину, вы сразу же скажете, что ее нарисовал какой-то художник. Ребята, ведь если даже неодушевленная картина не может случайно появиться на бумаге, уж красочные цвета на теле живых существ тем более не могут возникнуть сами по себе. Все эти цвета и узоры являются для нас доказательствами, которые говорят о том, с каким мастерством и тщательностью Всевышний Аллах сотворил этих животных. Если хотите, давайте на нескольких примерах рассмотрим, как разумно спланированы эти цвета и узоры. Вот перед вами очаровательные узоры бабочек. Они всегда привлекали к себе людей. Но многие люди не замечают того, что у этих узоров есть свой особый смысл. Узоры бабочек несут нам очень важные послания. Например, у некоторых разновидностей бабочек на крыльях есть большие узоры, которые похожи на глаза. Эти не настоящие глаза – самая важная тактика защиты бабочек. Когда бабочка сталкивается с опасностью, например, с птицей, которая ищет себе что-нибудь на пропитание, она сразу же широко раскрывает свои крылья. И теперь уже бабочка похожа на огромного монстра. Вот перед вами наглядный пример такой тактики. Эта бабочка, сидящая на дереве, по сути, очень легкая добыча для птицы. Но бабочка вдруг резко раскрывает свои крылья. Появившаяся пара больших глаз говорит птице об опасности, и птица, испугавшись, быстро удаляется восвоясь. А теперь давайте обратим внимание на удивительный узор глаза бабочки. Посмотрите. В этом узоре сотворены все самые тончайшие детали. Форма глаза, ресница, нос, зрачок, который имеет на себе даже отблеск света. А вот на крыльях другой бабочки тоже изображен силуэт большого зверя с носом, ушами, глазами, даже тенями над глазами, зрачками и отблесками света на зрачках. Конечно же, этот орнамент не какое-то случайное совпадение.
Этот рисунок на крыльях бабочки, вне всякого сомнения, сотворен с определенной целью. Чудесный дизайн крыльев бабочки говорит нам о бесподобном искусстве творения Аллаха, создавшего их. Конечно, ребята, не только бабочки сотворены со специальной окраской. Какие бы уголки природы мы ни изучали, повсюду мы встречаем удивительные примеры. Все это